Мария Демидова, 22 года, родилась в Саратове, работает менеджером в психологическом центре. Во время учебы в университете играла в КВН. Жизненное кредо, что не делается, все к лучшему. Очень приятно ощущать себя частью команды, которая делает одно общее дело. Но самое главное, что к нам относятся как к полноправным участникам этой команды. Во время выполнения четвертого задания получила массу новых впечатлений и ударную дозу адреналина. Самая большая сложность была во время монтажа, так как хотелось использовать весь отснятый материал. Все участники конкурса разные, и каждый по-своему достоин быть победителем. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Ну покажи, как ты волнуешься. Ну так вот просто. Да. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.